потрясающий, просто феерический концерт из Саниной Марии. Надеюсь, что все заведете. Вся площадь горит огнями, а это значит, что каждый из вас готов без сомнения продолжать. Продолжать принимать поздравления. Глава городского округа. Они уходят в кинотеатр. Глава городского округа Истра. Татьяна Семеновна Витушева. Уважаемые жители городского округа Истра, сегодня, в день одного из главных государственных праздников Дня России, мы отмечаем день рождения Истринского городского округа, ну и, конечно, нашего города Истра. Ежегодно Истра становится все привлекательнее, все комфортнее для жизни, при этом сохраняя историю.